сборная Снежногорска запела. И так удачно, что жюри конкурса «Голосящий Кивин» отдали победу и золотую птицу команде КВН с Крайнего Севера. Команда КВН, сборная Снежногорска, уверенно штурмует сцену высшей лиги. Обычные ребята из Мурманской области уже стали настоящими звездами юмора. И Светлогорска команда вернулась с большой золотой птицей и первым местом в «Голосящем Кивине». Фу, вот так! Впечатлений масса. Сейчас немножко, конечно, мы уже подвыгорели. А когда все это произошло, прям эмоции. Мы плакали. Да, мы плакали. Мы плакали от счастья. Это фактически так. Я из видео. Сборная Снежногорска запела? Да. В полном составе. Запела в полном практически, составе. Практически, да. 6 микрофонов, но пели все. Болеют за молодую сборную не только снежногорцы, но и вся область. Есть почитатели юмористов и в других регионах. КВНщики подчеркивают, что поддержка преданных фанатов и теплые слова невероятно вдохновляют на новые победы. Фанатам, конечно, пожелаем терпения, веры в нас, чтобы не расстраивались. Потому что когда-то мы все равно и проигрываем, не очень хорошо выступаем. И большое спасибо вам. За большой победой стоят и большие проблемы. Игра отнимает не только много времени и сил, но и денег. Выигранные командой 400 000 рублей вновь пойдут на подготовку выступления в полуфинале.